Последний звонок в этом году выпускники услышали лишь с экранов телефонов и компьютеров. Масштабный праздник прошел в онлайн-формате. Школа «Росатом» организовала для выпускников из городов присутствия видеотрансляцию. В прямом эфире виновников торжества поздравили Мальбек и Сюзанна, Глеб Калюжный, Мия Бойко. Артисты исполнили свои песни в специальной студии. Ведущий Дмитрий Бикбаев узнал у гостей, как прошли их школьные годы и последний звонок. Сюзанна, а ты помнишь что-нибудь из школьной поры? Я помню только то, что я покрасила волосы в красный цвет, выбрила висок, и я была в белом брючном костюме в двойке. Я не хотела очень платье, у меня был костюм и с рубашкой жабо. Это было эксцентрично, как для 2012 года. Зрители также смогли задать вопросы исполнителям в режиме онлайн. В общем чате выпускники устроили виртуальную перекличку. Видеоконференция торжественную линейку, конечно, не заменит, но школьники стараются не раскисать. Позитивный настрой сохраняется до последнего, но ожиданий было от него больше. И все-таки, наверное, каждый выпускник с начала 11 класса надеялся на... нормальный последний звонок, все-таки, что мы встретимся все вживую с одноклассниками, потом это все как-то отметим, но получилось вот так. За самые лучшие вопросы и поздравления организаторы раздавали памятные подарки с символикой «Росатома». Олег Ильичев считает, что, несмотря на обстоятельства, онлайн-праздник прошел на достойном уровне. Это очень забавно, так как я считаю, что как раз такой должен быть и последний звонок во всех школах, как у «Росатома», потому что там все организовано, и смотреть приятно, но делом, грустно от того, что ты не видишь, не можешь сказать слова какие-то своим учителям, слова поддержки, что они промучились с нами 11 лет. Последний звонок в интернете – еще одна возможность для участников попрощаться со школой, вспомнить с одноклассниками лучшие моменты, проведенные вместе. Выпускники украшают комнаты, записывают челленджи, снимают видеопоздравления учителям. Фотографы 11 класса поздравляют учителей с последним звонком и передают вам спасибо за терпение, труд, за знания. И как говорил наш классный руководитель, здравствуйте, спасибо, извините, до свидания. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров 24.